Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие» и с вами я, Ирина Резвая. Мой день сегодня начинается аж в час дня. Час дня, а я только-только собралась наводить порядки. В 3 часа у меня переведут Тимулю, может быть, даже пораньше, может, 2:30, и мне надо успеть привести в порядок свой камин. Ну, камин вообще в идеале, конечно, надо выгрести золу. Потом снова все эти пилетики. Я же вот сколько, да, показываю, что вечно я таскаю из накопителя вот эти вот пилеты. Нет, чтобы мне принести и... Ну, я топила много, конечно, много. И лень было мне тут в сарайку сходить, хотя она у нас прямо вот здесь, пристроечка сделана. Лень было сходить. Ну, вот теперь из-за своей лени я начинаю уборку. Ну, грязище у меня, друзья мои, прям вообще это ужас. Это, ну... Вот так я немножечко опущу. Сейчас буду выгребать золу для начала. Все это уберу. Складу все эти пилеты. А потом уже, не знаю, если я успею, так я вот эти все решеточки буду обтирать. Потому что пылится быстро, пыли полно. Тем более сейчас от золы даже пыль не стала убирать. Вот пыль не вытирала. Вот признаюсь честно, не вытирала, наверное... Ну, может быть, 2 дня на камине. Потому что на телевизоре вытираю, на тумбах вытираю. Погладила белье, от белья много пыли. Вот еще раз говорю, да, кто говорит про эти сушильные машины для белья, тот абсолютно прав. Особенно, кто вот показывает, сколько там накапливается пыли, то, ну, мы посмотрели с Колюшкой ценник, или с Катюшей мы посмотрели ценник. Говорит, мама, говорит, они, конечно, безумно дорогие. Есть очень дорогие 100 тысяч, а есть и подешевле, конечно. Но это ладно, это уже, как говорится, блажь. Мы без этого жили, без этого и проживем. Так, а сейчас я начну, друзья мои. Надо выгрести всю золу для начала. Сейчас сделаю и поговорим. Видно меня? Вот. Это, знаете, это я представлю, что я сейчас Золушка и чищу камин. А мой рыцарь на работе. Ну, рыцарь мне сегодня сказал, давай наводи порядки, а то что-то, говорит, ты у меня обленилась слегка и просит что-нибудь вкусненькое на ужин. Ой, а я вот думаю, завтра мы едем в гости на дачу. Наверное, я ему скажу, Колюшка, вкусненькое все будет завтра, а давай сегодня мы устроим разгрузочный вечер, что-нибудь такое легкое, а может просто кашки сварю. Вот не хочется ничего. Друзья мои, там мне вот написали, подписчица мне одна написала, ой, простите, имени не помню, Анна, по-моему, беляши. Беляши. Да, хочу сделать беляши, и хочу сделать беляши с теста, где добавляется картофель. Такие беляши, беляши-шанёшки или пирожки, может быть. Как-то их вот по-разному назывались. Беляши-то мы, конечно, не делали, когда такие вот времена-то были, знаете, голодные, 90-е голодные, мы беляши не делали. Но мы делали именно тесто с картофелем, смешивалось с пюре. Делали пирожки, жареные пирожки. Одна моя знакомая делала такие жареные пирожки. Я просто диву давалась. Она говорит, да, конечно, делаются-то легко. Но единственное, что их жарить надо в масле. Надо много масла. И масло почему-то я заметила. Вот, друзья мои, раньше масло, когда его вот кипятишь, что-то в нем, что-то делаешь, оно не брызгалось. Потому что раньше был еще кулинарный жир, когда я делала вот шарики со сгущенкой. Там сгущенка, яйцо, шарики жарили мы в жиру. Тоже, по-моему, был такой рецепт. Мы делали это в школе на трудах. И жир так не плескался. И растительное масло потом не плескалось. Потому что я помню, что и в растительном масле делала и пончики, и вот эти шарики. А сейчас как-то вот его делаешь, и оно плещется. И приходится крышку, если крышкой накрыть, да, крышка, на нее пар собирается, пар по-любому будет прыскать, вот эта вот вода будет в масло, и масло будет брызгаться. В общем, заговорила. Заговорила о здоровом ужине, перешла быстренько на жареные пирожки. И что-то так захотелось. Вообще, надо бы, конечно, уже, знаете чего, давным-давно себя в форму приводить. А то все то пирожки, то
еще что-нибудь. Вот внук у меня все, уже 2 дня у меня находится, и все ему. Хочу пиццу, хочу пиццу. Знаете, как робот. Пиццу. Вот не знаю, чем заняться. Завтра возьму его с собой в гости. Пусть там на даче погуляет, поиграет, поснимаю природу. Разучился. Вот человек собрался работать, чистить камин. Времени у человека в обрез. Вот как вы думаете, да? Вот что я за человек? Начала разговаривать и все. Так, друзья мои, сейчас я хотя бы выгребу эту золу, а потом уже поговорим. Вот, друзья мои, золы немного, совсем чуть-чуть. Вроде топила, а золы немного. Вы знаете, обращаться с печками... Так, это я уберу, иначе у меня кошечка сейчас же начнет уже баловаться этой золой. Обращаться с печкой меня учила не мама, меня учила свекровь. Вот, посмотрите, накидала всего-то, а там хотела затопить, так и не затопила. Вообще, в идеале, когда я чищу золу, у меня весь камин пустой. Я очищаю все. Все выгребаю. Вы думаете, что у меня сделала дочь, когда она здесь жила? Но она вообще почти всегда так делала. Она, значит, берет, все это вычищает, еще и пылесосом чистит. Я прихожу, у меня камин весь блестит. Жалко затапливать. Я говорю, Кать, ты что сделала? Она говорит, я пропылесосила. Говорю, доча, ты что? Вот у нее вот это вот есть. В шкафах прибраться. Я поверхностно все делаю, а она у меня прибирается в шкафах. Прибирается там, где лежат таблеточки, вот там в баре. Она все, у ней все везде должно быть внутри убрано. А я вот грешу тем, что я не люблю прибирать в шкафах. Нет, я, конечно, не говорю, что у меня прям там ужасный халявник, но как-то я не люблю в шкафах разбираться. Если на меня что-то найдет, то я, конечно же, начну. Вот я вам когда говорила, что мне надо купить баночки в фикс-прайсе. В фикс-прайсе баночек, кстати, нет. Мне надо купить такие симпатичные баночки, в которые я пересыплю то, что у меня, значит, там в шкафах, макароны, все. Это я вот пока только собираюсь. Но, конечно, как только они у меня появятся, я все-таки займусь. Камин не топила я, наверное, 2 дня, потому что... Ну, вроде бы теплее. Я говорила вам, да, что батареи у нас включили. Они погрели вечер, на следующий день они уже были едва-едва теплые. Ну, вообще мне все равно. Если бы у нас вообще, говорю, батареи отключают 15-го, платим мы за месяц. Представляете, какая несправедливость. Вот, и поэтому сейчас... А, вот заговорили-то, говорю, господи. Вот, что в идеале, конечно, вот этих вот бумажечек быть не должно. Я-то думала, что затоплю, у меня все это сгорит и приберусь. Нет. Ну, я сейчас прямо сюда пеллетов наложу наверх. Сделаю такую... У меня вот Коля все делает такой, знаете, как оно называется-то? Не стажком, а как-то оно называется. Вылетело из головы-то. Так. В общем, как башенкой такой он делает. Вот. А я сейчас положу в произвольном порядке. Я люблю вот так вот друг на дружку их складывать. И затоплю. Наверное, вечером затоплю. Потому что есть у меня мысль поговорить, затопить каминчик. Я очень люблю у камина сидеть, друзья мои. Так, а вообще дома, конечно, тепло. Дома тепло, но на улице, вот мы вчера с Колей гуляли, у меня замерзли руки, а потом что-то погуляли. Я говорю, Коль, вроде как теплее становится. Говорит, ну, наверное, все-таки обещают, все-таки тепло. Дождь сейчас идет. Я думала, что с утра схожу с Сашкой там куда-нибудь хоть прогуляемся, ну, до магазина надо сходить. Идет дождь, и дождь идет такой... Не, я вам скажу, не слабый. Поэтому хватит мне уже тут сидеть, болтать. Надо заниматься делом, друзья мои. А сегодня у нас вообще... Какое вообще у нас сегодня число? Ой, слушайте, а какое у нас сегодня число? Человек выпал вообще из мира. Так... 27-е? 27-е? А, ну правильно, идут во все выпускные сейчас уже. Все выпускные ребятки заканчивают школу. Кто-то, может быть, поедет куда-то отдыхать. Выпускные? Это хорошо.
Это, конечно, все замечательно. У меня выпускной был... У меня был выпускной один раз в жизни. Ну, были... Это сейчас в садиках принято выпускные праздновать. Нет, ну, вообще-то выпускные, я вам скажу, в детском саду они были... И были они, вот когда мы были маленькие, конечно же, нас фотографировали, конечно же, устраивался какой-то утренник. Я помню, у моего брата младшего, царствие ему небесное, у моего младшего брата, у него тоже был выпускной. Но, конечно же, не отмечали, как сейчас. Сейчас же и в пиццерию детишек ведут, да, и аниматоров приглашают. Ну... Аниматор аниматору, конечно, тоже рознь. Я не то чтобы против всего этого, да, но я как-то вот, видимо, в детстве у меня вот этого не было. Да, вообще-то у многих не было, чего я говорю, у многих не было этого в детстве. Но вот у меня и Кирюша, он не любит все вот эти вот праздники, да. И я как-то, вот у меня был один выпускной, это в 8 классе, я заканчивала 8 класс. Ну, вы знаете, друзья мои, я этот выпускной не прочувствовала совсем. У меня была младшая сестренка на то время. Так, значит, мне было 14 лет, когда я закончила школу. Потому что 5 июля мне исполнилось 15, я уехала, поехала учиться. Так, 14 лет. А сестре моей было 2 годика, младшей моей сестре. А мама у меня тогда работала уже, значит, в водоканале, тоже на станции. У нас тоже, видите, семья тут. Мама долго в водоканале работала. И их послали на учебу. Отказаться от учебы было нельзя. Представляете, ребенку 2 годика. Братик у меня... А, у меня еще и братик был, ну, конечно, ну, как-то он уже был посамостоятельнее. Мне было 14, ему было уже 9 лет, то есть вот такой вот, знаете, глобальной заботы вот не было. Раньше все равно было все не так. Мы во двор выйдем, во двор погулять, да? Ой, мы же ничего не боялись, вообще ничего. Если вот, например, я жила у бабушки, я уже там привыкла к самостоятельности, да, то и в Пинниге я такая же была. Вот, а на то время, как раз когда вот у меня вот был выпускной, маму вот отправили, и я, во-первых, мне надо было экзамены сдавать, а ее как-то надолго отправили-то, она отказаться не могла. Так, уже не пихается сюда. Что-то я много принесла этих билетов-то. Вот, и, ну, сейчас вот так вот разверну. Вот, и мне надо было и экзамены сдавать. К экзаменам-то я подготавливалась, конечно же, давно. Ну, к экзаменам готовилась, потому что ответственна была. Вот, и экзамены тут, и выпускной здесь. Как-то у нас сразу же сделали. И такого выпускного, что прямо ах, гулянки до утра. Я помню, что я пришла, наверное, в 12 ночи домой. Первый раз в своей жизни, потому что мы... Ходили на берег, ночи белые, было очень тепло, потому что мы были в платьях, представляете, вот, ну, как-то вот в ту весну, начало июня, конечно же, начало июня тогда было, и было очень-очень тепло, хорошо было. И вот я пришла домой, и у меня, мама тогда жила, у нее был второй муж, и вот Галинка-то моя сестра была от другого мужа. И он был такой мною недовольный, что я вот ему на работу, а я так долго, потому что все было на мне. За сестренкой ухаживала я. Он работал с утра до вечера, мамы нет, а на мне вот был братик и была сестра. Представьте, ребенку 2 годика, да, это вот как сейчас нашему Тимулечке. Но сестре, у нее, если день рождения в январе, ей было 2,5 года. 2,5 года, но если учесть, что... стиральную машину, условий не было, даже не мечтали тогда об условиях, воду таскали, он, конечно, воды дров наносит, а я все, вся стирка, вся уборка, все мытье дома, дома всегда должно было быть идеально, это нас приучали с детства, ты хоть что сделай, ты хоть убейся, но дома лежал, значит, палас темно-бордового цвета, и на нем, на этом паласе, не дай бог, будет хоть какая-то соринка. Потому что мама у меня на чистоте, она вот
она, я не знаю, может быть и нехорошо так сказать, я сейчас скажу с хорошим смыслом слова, она была на чистоте, просто повернутая, вот и все. И дома, чтобы и все, и чистенько было, в общем, все это было на мне. Мне, конечно, приходилось нелегко. Я не очень хорошо помню эти времена, но я приехала с Новомичуринска к маме. Я приехала, я училась у нее 7-8 класс. Ну, я то там училась, но 7-8 класс я как раз жила с мамой. Я приехала, потому что, да, сестренка у меня уже, по-моему, родилась. Ну, вот так вот, если вот восстановить все события, потому что у мамы вот уже, да, другой муж был, родилась Галинка, я приехала. Я даже не помню, как Галинка была маленькой. Я вот эти времена не помню, потому что я настолько была захвачена тем, что... Ну, мои мысли были захвачены тем, что я снова приехала, снова отношения надо было с одноклассниками восстанавливать, все уже взрослые. Вот если 14 лет, а в 12 я приехала, а я еще сильно переболела, потом меня мама... Там ролик был, я умирала, а бабушка меня любила. Вот после этого бабушка меня как раз вот к маме-то и отправила. Почему отправила, не могу вспомнить. Есть какие-то у меня догадки. Потом как-нибудь об этом поговорим. Так вот, и, в общем, я не помню. 7 класс. Да, вот, 7-8 класс. Вот как-то вот я все училась. Потом подготовка к экзаменам. А так как я училась всегда почти, но отлично. Господи, почти на отлично училась, ничего не помню. Ничего. Сейчас вот спроси меня, вот Кирилл принесет мне учебник, я ничего не помню. Он тут мне устроил урок географии. Так, мама, ну-ка давай. Столица Австралии. Столица там еще что-то. И главное, такие, знаете, страны-то называют, что, да, столица там Бразилии. Хитрый такой. Но это ладно. И, в общем-то, выпускной для меня прошел как-то так незаметно. Девчонки еще гуляли. О спиртном, конечно же, не могло быть и речи. Кстати, о спиртном. Когда я работала заведующей магазина, почему я все время, вы не думайте, друзья, что кичусь тем, что я была заведующей. Я просто рассказываю вот эти вот события, самые такие яркие события как раз вот были. Мы же переехали сюда, я немножко кассиром поработала, и вот на заведование-то пошла. И поэтому все вот это вот новая работа, новые впечатления. Видите, как я работаю, да? Времени уже 20 минут, уже второго. Я работаю, уселась тут, это, разговариваю, хотела по-другому выразиться. Ну вот, и когда работала заведующая, значит, а мы все работали от выручки. Нам же выручка нужна. Но начинаются выпускные, а какой-то год, ну или может даже 2 года, там вообще правительством Архангельской области установлен был такой, значит, график. Там, наверное, неделю, а то и больше нельзя было торговать алкоголем. То есть магазины должны были алкоголем торговать до часу. До часу мы торговали этим алкоголем. Потом, кто магазины, значит, работал чисто на алкоголе, они, девчонки, просто уходили, продавцы, домой. Либо, ну, как заведующая отпустит, либо порядки наводили, либо заведующая домой. Ну, там у нас, я говорю, у нас было очень лояльное начальство, лишь бы все было хорошо. Все хорошо, девочки справляются там. А мы работали, конечно. У меня был уже полный формат. У нас изначально он был почти такой полноформатный магазин, поэтому никто не уходил. Но торговать выручка падала. Мы не торгуем этим алкоголем. Но меня всегда удивляло одно. Ну как же так? Нам алкоголем выпускные торговать нельзя, но зато наливайки... Вон, у нас есть Петромост, Архангелогородцы знают, да, какой огромный был магазин тогда. Он был, наверное, тогда вот такой вот самый огромный, он был единственный. И они, значит, открывали где-то в 7 вечера, наливали. Там была такая толпа, там просто была толпа. И я все время удивлялась, зачем эти ограничения? Для чего эти ограничения нужны, если... Все это продавалось всю ночь. Всю ночь. И, конечно, я ничего не слышала о пьяных школьниках.
Но студенты, да, студенты все равно, все были студентами, но как-то мы тоже, у нас, ну, у меня выпускного тоже не было, потому что, говорю, я училась, второй и третий курс я училась сразу, два курса в училище, так как вышла замуж, и мне нужно было сдавать экзамены, а там было, я вам скажу, очень серьезно, очень. А вот здесь я не видела, что были пьяные школьники, или вот этого нет. Ну, может быть, ночами не было ночных вот этих вот происшествий каких-то. Но ограничения алкоголя меня, конечно, всегда удивляли. И вот я не знаю, сегодня 27 число, 25, наверное, тоже было ограничение. Мы же редко, это мы все прикалываемся с Колюшкой, Белочка придет через Бристоль, да, как вчера. Но вообще, конечно, иной раз идешь вот так вот. Даже, я помню, мне нужна была срочно бутылка вина. А я уже в магазине не работала, мне нужна бутылка вина. Для чего? Для пирога, что ли, ну, для торта или для кекса. Вон у меня сейчас стоит закрытый, говорю, Коль, говорю, пусть это стоит, Массандра, мало ли, начну уфимский печь, там же нужно вино будет, кекс уфимский, ну и вообще. И вот идешь, опа, такой сюрприз, ограничение. Ну, забыла, сейчас не работаю вот в этом магазине, ну, в этой сфере, так и не помню. Так что меня, конечно, вот эти ограничения алкоголя меня всегда удивляли. Для чего их вообще было делать? Если вы наливаете пробку, открыл, вот этих же наливает, много же было. Значит, как продают? Раз бутылку продают с открытой пробкой, значит, уже можно. Бутылку в руки нельзя, открытая пробка или там отлита в нее там в стаканчик, значит, можно. Сейчас кто-нибудь там посмотрит, не дай бог, скажет, ты тут о чем вещаешь. Ну, говорю правду, друзья мои, так и есть. Так и есть, порой наши законы просто удивляют. Начала я с уборки камина, уселась я такая, надо бы уборку-то вообще-то делать. Много очень пилетов принесла. Так, сейчас я еще, значит, в каминчик их уложу и вот сюда сделаю стопочку, пусть стоит. Потому что я думаю, что прохлада еще будет, а камин я даже в теплые дни люблю чуть-чуть подпалить его. Сейчас я вот так опущу. И буду складывать. Да, что-то я совсем выпала, друзья мои, из этих вот порядков. Совсем себя запустила. Надо взяться за ум. Хорошо еще вот так вот Коля ничего не говорит, что не работаю, да? А так бы вот сказал бы, не работаешь. Я раньше все работала. Да мне все тыкали, что я не работаю. Так что, ладно, пора отдохнуть. Друзья мои, через месяц, ну что считай, через месяц уже юбилей, уже все 5 июля, я не знаю, что мне делать. У меня даже в голову не приходит, что мне сделать на свой юбилей. Как его праздновать? И праздновать ли его вообще? Ну все-таки, да, 50 лет, так-то, конечно, бы надо отметить этот праздник. Ну, я уже, знаете, у меня такое какое-то отторжение от праздников. Вот смотрите, я совсем не умею нормально отдыхать. Чем-то отвлечься, например, да, вот от повседневных вот этих забот. Вот завтра в гости поедем на дачу, к друзьям поедем, возьму внука, да. И вот у меня такое чувство, что я поеду. Друзья мои, это, конечно, не порядок супер, но, по крайней мере, у меня вот эти все пилетики, они сложены. Ой, я не могу. Мы когда, значит, купили квартиру, у нас был просто каминчик. Не было ни экрана, ни вот этой, ну, как его,
Вот этот экранчик я всегда, значит, ставлю. Я его мою. Я его, значит, убираю в ванную. Несу. Мне, потому что обтирать очень тяжело. Я его несу в ванную. Я его, значит, душем горячим, щеткой, все. Он не в саже, потому что сажи нет, но на нем пыль. Пыль скапливается, а вот это вот долго все вытирать. Поэтому я в ванную вот его ставлю. Сейчас уже не буду. Этим я займусь не сейчас, потому что... Ой, друзья мои, все, хватит болтать. Сейчас я, значит, это я пока мыть не буду. Сейчас я тут еще приберу, пропылесошу и буду ждать внука. Буду ждать внука, а потом надо мне что-то все равно вечером приготовить. Потому что Кирилл же с нами не поедет отдыхать. Говорит, я не хочу ехать отдыхать. И вот не любит. Там у меня глоксинии. Вообще такая красота, друзья мои. Вечером, если буду ролик снимать, обязательно вам покажу. Ну, глаз просто радует. Я готова смотреть на красный цвет. Я раньше не любила красный цвет. Я любила сиреневый. Я его и сейчас люблю. Сиреневый. Бледно-сиреневый, фиолетовый. У меня, знаете, сразу, я как вижу, у меня все сирень вспоминается. Та, которая в Новомичуринске, по которой я так скучаю. Которая в Каргополе. Белая сирень, сиреневая сирень. Именно та, которую я люблю. С сердечками, листиками. Вот, я любила этот цвет. А потом я почему-то стала любить алый цвет, малиновый цвет. Вот видите, когда меняются с годами предпочтения. Друзья мои, я буду заканчивать свой ролик, я могу разговаривать до бесконечности. Наверное, уже надоело. Все, прощаюсь с вами, а то опять скажу не прощаюсь, да, и опять чего-нибудь там не сделаю. Все, пока.